Привет, друзья, видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Покажу вам сейчас наш бордвок Стейтен-Айлендовский. Такой же есть на Брайтоне в Бруклине, а Брайтон-Бич вот там, где группа домов. Кстати, эти дома строил отец Дональда Трампа. И первый капитал семья Трампов получила именно строительство этих домов в Бруклине, в районе Брайтон-Бич. Их до сих пор называют Трамповская деревня, эти домики. Ну, это высотки. Социальное жилье, где живут малоимущие. Тут тоже остров какой-то у нас есть, я даже не видел его раньше. А это ресторан с дельфинами, его так называют там, потому что на въезде стоят скульптуры такие из дельфинов. Хороший ресторан, рыбный, с видом на океан. Впереди мост Веризана Бридж. Это пляжи. Я живу в той стороне, также вдоль этого же пляжа. Ну, минут 5 на машине нужно ехать. Вот ресторан. И если идти по вот этому бордвоку, то упрешься в парк, красивый парк, который прям под мостом, под Веризана Бридж. Здесь можно купить сладкую вату, хот-доги, попкорн, мороженое. Эта парковка, она бесплатная, муниципальная. Мы там припарковали сейчас машину. Платить ничего не нужно. Можно кататься на велосипедах по бордвоку. Завтра выходной, воскресенье, понедельник тоже выходной. Праздник, День независимости, 4 июля. Американцы многие поуезжали из городов. Я не полетел в Майами, потому что в праздники я просто ничего бы и не сделал. Никто не работает, плюс билеты очень дорогие. Так что лечу на следующей неделе. Потом планирую в Палм-Кост на пару дней съездить. Вот такой план, распорядок на следующую неделю.